очереди выбирать по одной пасте и добавлять их в нашу тарелочку. Потом мы будем загущать и смотреть, у кого же слайм получится или нет. Мы на столе палочки-мешалочки. А вы в комментариях нам в конце видео напишите, у кого слайм получился круче и вообще получится или нет. Вы, наверное, знаете, что если в слайм добавить много зубной пасты, то он, скорее всего, не получится. Но мы начинаем! Да! Мы сейчас сыграем на сульфа, кто первым будет тянуть. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Ага, меня порезали. Аня первая. Бери. Посмотрим, что мне попало. Да, я же говорила, зубная паста. Ну, мне кажется, если у Ани будет клея больше, чем паста, то, в принципе, мне кажется, с нами получится. Теперь у меня меньше шансов, что мне вывалится паста. И сейчас вот так все пахнет мятой. Так, я вытаскиваю. Мне кажется, здесь зубная паста. Бери зубную пасту. Как хочешь. Это было нет, выбирай. У нас осталось только один ужасный ингредиент из этих тюбиков. Это клей, но он цвета грязи, земли. Аня выбрала вот этот. Давай, выливай. Фиолетовый! Ура! Он жидкий какой-то. Ну, это же клей. Все выдавливай, чтобы у тебя слайм точно получился. И теперь я выбираю, но я не хочу, чтобы у меня попался цвет земли. Если там паста попадется тебе. Там тут уже нет пасты. Я хочу очень сильно розовый или оранжевый. Там и так розовый. Розовый! Ура! Такой красиво нежно-розовенький цвет. Перед тем, как мы продолжим, обязательно досмотрите это видео до конца, так как у нас создавал месяц конкурсов, и в конце этого видео вас тоже ждет конкурс. А вы не забудьте подписаться на наш канал. Потому что наши конкурсы проходят только для наших подписчиков. Аня, вытаскивай. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Это я не понимаю, какой цвет. Это, мне кажется, зеленый. Это желтый, что я хочу. У Ани, мне кажется, очень красивый слайм. У меня так себе. И мы продолжаем, ведь теперь я выбираю. А я выберу. Сейчас будет красота просто. Это какой-то лава, лава. Это у меня клей лава, я так назову. Давай, Аня, тяни. Глиттер! Аня попался оранжевый с блестками. Глиттер. Аня прям везет на глиттер. А мне на обычный. Так, теперь вытаскиваю я. И главное, не выбрать черный, который испортит всю вот эту красоту. Я выбираю вот этот, потому что всегда выбирала с этой стороны и всегда пыталась красивый цвет. И сейчас такая бац, и мне специально там коричневый. Ну хотя бы голубой. Там зеленый, я не знаю. Зеленый, мятный, красивый. Во! Такой красивый мятно-бирюзовый. И у нас немножко вот это белое, это паста, которая осталась на стенках. Аня, давай теперь ты. Самый на задний. У нас больше шансов, что нам попадется плохой цвет. Голубой! Давай! Вау, такой небесно-голубой красивый. Как небо. Пузырик! Я выбираю и опять с этой стороны, потому что эта Анина сторона очень удачная. Что-то бац, мне специально что-то плохое. Но я на крышечке вижу блестки. Маша попался грязный клей. Маша расстроилась, что ей попался коричневый клей. А у меня цветной. Мой последний клей. Я его наливаю. А, это сиреневый.
хотя бы что-то с блестками. Вот Маш попался коричневый дурацкий, да, Маш? А теперь перемешиваем! Я, Аня, добавляю активатора. Что-то там пугается. И же берется ко мне. У Ани цвет мне нравится, сейчас посмотрю, какой у меня. Но у меня будет коричневый. Фу, блин. Ну, он оранжевый. Нет. Оранжевый, смотри какой. Добавляем активатор. У меня хотя бы что-то получилось. И смотрите, я вся в этом слайме ужасно. Аня расстроилась, ушла, у нее слайм не получился. У меня получился вот такой вот большой. Липкий слайм. У Ани сначала вот мы добавляли трабрат, и он вроде загущался, но потом он становился просто как вода. Мы добавляли уже туда, ой, и соду, и трабрат, куча трабрата, куча соды. Но все равно ничего не получилось. Просто я добавила меньше зубной пасты, чем Аня. Аня прям все выдавила, а я где-то половинку. Бой! В комментариях напишите, у кого слайм красивее и получился лучше. Ну, мне кажется, напишут, что красивый у Ани, а у меня, что он получился лучше. И мы объявляем конкурс номер 4. Смотрите, что у нас есть. Смотрите, это огромный набор пазлов из тысячи вот этих маленьких пазлинков. Также три сквиша, улитенок, тортик в виде единорожка и Apple, и 5 суперпрозрачных лизунов. Этот подарок выиграет наш подписчик, который будет в 50-тысячном на нашем канале. Сейчас у нас 47 572 подписчика. Нам совсем мало осталось до нашего, наверное, первого юбилея. Поэтому обязательно подписывайтесь, зовите друзей, чтобы они подписались, да. И ваш друг обязательно выиграет этот набор. И ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал! Пока-пока! Кстати, многие из вас спрашивают, где мы берем вот эти крутые сквиши и слаймы. А эти слаймы и сквиши мы берем с сайта BankGood. На их сайте огромный ассортимент сквишей, слаймов, игрушек и других вещей, которые так необходимы детям. Поэтому заходите на этот сайт и выбирайте все, что вы хотите. Ссылка внизу в описании. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.